Насколько сильно нужны очки для транспортных болтов? Да, нам очень нужно много очков, а я очень спокойный, что мы здесь получили, но не получили. Мы воевали с 4 очка. И сегодняшняя встреча была очень тяжелая для команды, но я очень рад, что все игроки играли как они играли для команды. Да, были там еще ошибки и много удавлений, но это хоккей, это вопрос для судей, если это хоккей или это баскетбол или футбол. Я не буду об этом говорить, но в конце я очень спокойный этим результатом нормально и всем игрокам я сказал после игры одно очень большое спасибо. Скажите, вы перед этим работали помощником команде КХЛ «Лёд», да? Как считаете, с вашим приходом добавилась дисциплина и уровень хоккея в Татарских полках? Одна большая ошибка была в команде, когда я приехал, это был дисциплин. Дисциплин? Да, дисциплин. А это очень важная тема в каждой встрече. Дисциплина игроков и всего. Скажите, какую роль играет для Словакии выступление вашей команды Транских полков в НХЛ? Все хоккейные болельщики, которые понимают хоккей, они знают, что эта команда играет в НХЛ, что эта команда на Словакии, но они смотрели результат. Но я думаю, что еще надо больше в газетах, телевидении, в радиях говорить об этом. А помогает ли словацкому хоккею выступление Татарских полков в НХЛ? То есть поднимает ли это уровень? Да. Нужно? Да. Очень нужно, потому что на Словакии в это время очень маленьких игроков. Надо, чтобы много ребенков занялись. Какие интересные. Вопрос такой, о будущем Татарских волков. Сейчас происходят некие изменения, да? Татарские волки, это молодежная команда, какой команды будет? Я не знаю, я только посмотрел на сайте, что в Карлове Дворе будет одна команда, которая будет играть МХЛ. Я не знаю, что будет на конце сезона с этой командой Татарских волков. Но какие задачи вы для себя ставите до конца плей-аута? Но такие задачи, что мы бы не упали, что мы бы играли хороший хоккей, и чтобы игроки играли, что они знают, и они бы получили лучший, хороший контракт на прошлый сезон. Какова судьба, что вы ждете от двух матчей, которые произойдут на следующей неделе? По правде. Да. В серию. Да, я понимаю. Но каждый матч для нас очень интересный, а очень тяжелый. И мы не будем хотеть, но я думаю, что один-два игроки приезжают в команду, которые заболели, которые получили травму, они на Словакии теперь. И я думаю, что они будут играть, что они будут очень большая конкуренция в команде. И до каждой встречи мы едем. Будете играть на победу. Спасибо.